Двоих забили в очень хорошем тонусе. Торжественно довелось комментировать матч позапрошлогодний. В четвертьфинале немножечко сбили ритм. Если в начале, там, когда они играли с Реймсом, по-моему, да, на старте, ну, все сказали, ну, это такая маленькая осечка, бывает. Вольно академично. Здесь Педро! Ну, зачем? Красный мяч перед штрафной, удар нет. Даже, может быть, и для удара, но все-таки далеко, поэтому Моура будет навешивать Кавани. Давид Луис, опасно, удар! Гол! Гол 1-0! Первый в сезоне гол пропускает Барселона и забивает его Давид Луис. Давид Луис успел, или, может быть, из-под ноги у него партнер переправил. Вот надо посмотреть, но, по-моему, он только... Неймар. Ах, на третьего, как здорово, Месси, 1-1, вау! Блестящий какой гол, как Иньеста отдал, но они все сыграли великолепно, все трое. И сейчас, конечно, Париж сразу понял, где его место. Можно играть, Эдинсон бьет по воротам. Это Месси, да, поодаль слегка. Удар через себя, и Месси! Попытка пробить через себя Матьё, а потом Месси, положив корпус. Едва не в акцентр ушел, бить отсюда не будет, а вот отсюда попробует. Курсов игры в одно касание тоже должно быть. И Месси, Месси, Месси! Ах, как он вбросил мяч в штрафную! С ума сойти. Ровно в ту точку, куда и надо было, и Неймар достал просто Серегу. Андервилл, прострел, Кавани здесь. Они как-то ленятся немножко. Подача на дальнюю штангу. Тиаго Мота, опасно, Верратти, гол! Гол! 2-1! Марко Верратти, маленький, крохотный. Они первый гол головой в его карьере. Я боюсь, что, может быть, даже и первый, и второй гол сразу же Барселона пропускал. Месси. Здорово, здорово разобрался Лео. Центр, удар, дальний угол, Иньесты, мимо ворот. Даже странно, что он с такой позиции не забил, потому что кажется абсолютно... Да, все в порядке. Пасторе, Вандервилл, классно. Отлично, там и два четверо. Человека, подавай, и... Удар, гол, 3-1. Блэс, Матюди. Матюди забивает вот из той зоны, которая была его неожиданной фишкой, вот этим решением тренера, мы видели в начале. 3-1, три мяча. Тут же направо. Потеря темпа, но он, подача Дани Алвеса, Месси готов бить головой. Удар Неймара, 3-2! Давай, как забил, давай. Как забил! На чувстве, а Месси перед этим пытался выиграть головой у всей этой причем бразильской компании. Причем он выпрыгнул на свой рост. Он их забрал даже лучше, чем... Шутка ли? 6 лет подряд Стив Патрик Грошовский, 25-й Сандерберге, 77-й Дьомерсин Дон Гала, 7-й номер у японца Юни. Потому что в этих командах учит и в Лейпциге помощником Рангника работал, теперь он здесь. И вот первый мяч влетает в ворота Генка и забивает, забивает тот, от кого это больше всех и ждут. Это Эрлинг Холланд, норвежец, не ждут, и, может быть, будет удар по воротам. Дальше в штрафную, удар по воротам, это снова. Мне кажется, что тут, конечно, мощнее. И вот еще одна. Мариц поборолся за мяч, отдает Холланду, Холланд врывается в штрафную. 2-0 Эрлинг Холланд. Вот такого норвежского великана привезли в Австрию. Посмотрите на него. И это, ему кажется, что это мало. И передача, заброс вперед, успеет Хван, успевает, 3-0 Зальцбург. Зальцбург не просто так всех громит в чемпионате, он и в Лиге чемпионов. Дрожите, Наполи и Ливерпуль. Будет штрафной. Подача, удар, пытаются нанести, бьет и попадает, попадает. Вана Самата, 3-1. Вы помните, что я вам обещал в начале первого тайма? Я вам говорил, что будут сегодня забитые мячи. Атаку, как распорядятся здесь. А здесь просто как танк идет Вёбер. И Холланд смотрит на судью. А что судья? Подождите, подождите, говорит Холланд. Здесь есть ВАР. Здесь, если что, разберутся. Мину догонит ведь, догонит. И продолжается атака. Подача, удар, 5-1 в первом тайме. Боже мой, Доминик Собослай. Забрасывает штрафную на подборе Кондонда. Подача, гол, гол, мяч влетает в ворота. И Генк отыгрывает, отыгрывает один мяч, 5-2, забивая Окугава.
Ульмер. Юнузович. Ульмер. Штрафной. Бьет. Гол. Гол. 6-2. Ну вот старики-разбойники тоже разыграли. Юнузович и Ульмер комбинацию показали, что они не хуже. Правильно. Он в состав вернул. 14. И вот предлагают нам расстановку с тремя атакующими полузащитниками и нападающим. Посмотрим, как... Полузащита, центральная зона. Давид Сильва... Рахим Стерлинг. Субашев вступает. Добирает этот мяч. Рахим Стерлинг. И... Стерлинг. Добрын. Не торопясь. Включение хорошее. Скорость раскручивает соперников. И при поддержке Давида Сильвы создает голевой момент и гол. Офсайда нету? Великолепно разыграли, они шли к этому, да. Передача Кевина Де Брюйна справа была очень похожа на то, что получилось сейчас. Рау Монако. А я думаю, что будут разные отрезки в ходе игры. И так получится. А вот 1-1. Прекрасно. Пока. Это гол Монако. Это передача с фланга. И это акробатически красивый, вот гимнастический соскок, говорят, да, когда там опорный прыжок, вольное упражнение. Какая трога по ногам. А дело в том, как мне кажется, что опасный удар! 2-1, Монако! Мбаппе, значит, все-таки не в первом тайме рановато, а в первые 35 минут. Ну и человек. Этот форвард установил рекорд Монако как самый молодой забивший Атомской всех театров мира. Ну и Кабальек перекусил, разрушил замысел. И теперь Монако нужно ловить этих быстроногих. Агуэро бьет. Ох, какой мяч пропускает Субашич. Да, это, конечно, гол Агуэро, но это гол Агуэро Субашич. Да, как Буэля Мариотта примерно, теорема. На двоих. Он с таким испугом смотрит. Борется Фалькао. Фалькао выигрывает борьбу в штрафной площади. Фалькао реализует. Ой, невероятно! Мама дорогая! Ох, Радамель Фалькао. Так ему проще оказывается, чем с 11 метров, а? И порадоваться Ман-Сити не успел. И замену не успевает Пеп произвести. Что за матч? Был момент. Отсюда Давид Сильва. Подает Стоунс. Ух, какой ударище! Вот это настоящий Серхио Агуэро. Вот это настоящий Серхио Агуэро. Великолепно. Опасно, и Сити выходит вперед. И это Джон Стоунс. И это Джон Стоунс. 4-3. Там все могло быть и так, без пенальти, и без пенальти. Агуэро! Офсайда нет. 5-3, Лерой Сане. Вот это да! Что творит Манчестер Сити? Оля с загребского «Динамо». Воров команды на поле. И буквально уже 20-й Виктор Коваленко, 6-й Тарас Степаненко, 10-й Жуниор Морайес и 7-й капитан команды Тайсон. Что с него еще взять? И свисток. Жуниор Морайес справа. Передача ему в штрафной площади с мячом. Ждет партнеров. Прострел, удар и, пожалуйста, 1-0 на 13-й минуте. Алан Патрик вот так вот из глубины поля к этой контратаке подключился. Дождался его Жуниор Морайес и прострелил. Один назад, и быстрая атака здесь не получится. Получилась просто подача, удар Петковича. И, пожалуйста, вот 25-я минута. Счет становится 1-1. Очень похожая история с матчем, который был две недели назад. Мы об этом с вами говорили. Варианты, но решил он подать штрафную. Петкович здорово цепляется за эту передачу. Скидывает под удар, и можно бить удар. И пропускает донецкий «Шахтер» на 83-й минуте. И настоящая куча мала здесь возле углового флажка на стадионе «Максимир». Радость также прихрамывая, пытается помешать испанцу. Ольмы проходит его передача. Пятов ошибается и забивает мяч капитан загребского «Динамо» Ариана Деми. Вот на этом, наверное, все для... Данири. Коваленко. Подача в штрафную площадь. Удар. И 2-3. Пожалуйста. Конечно, хватает Доминик Левакович мяч и провоцирует футболистов. Ну, не нужно это его делать. Голкиперу загреб. Разбег. Удар. И 3-3. И вот так вот. 3-1. Мы говорили об этом, что чудеса случаются. Мы вспоминали Краснодар-Ростов.
Но в Донецке будут помнить матч в Загребе. И вот этот вот... Сегодня на Максиме не любят.